Друзья, всем привет! Вы на канале Мода Санчо, и мы с вами находимся в самом центре города Баку. В старом городе гуляем по крепости, смотрим достопримечательности. В целом, конечно, такое место очень туристическое. Кругом предлагают какие-то экскурсии, предлагают зайти выпить холодного вкусного пива в кафе. Стоит все сумасшедших денег. Парковка здесь дорогая, и найти ее было, ох, как нелегко. Но со своей задачей мы справились. То, что хотел, я уже нашел. А именно кафе «Чёрт побери», где снимали фильм «Бриллиантовая рука», один из эпизодов. И сейчас двигаемся обратно, ищем мотоцикл. Дело в том, что мы здесь уже немножко подзаблудились и потеряли, где он находится, где мы его оставили. У нас в планах покинуть Баку и двинуться в направлении грузинской границы, в направлении города Тбилиси. Так что до новых встреч, до связи, всем спасибо, всем счастливо и всем пока!